Здравствуйте, товарищ полковник. Вызывали? А, пацан, присаживайся. Говорят, в твоем селе священник пропал. Последний раз его видели, когда его забирала милиция. А милиция у нас — это ты, Василий. Так точно. А ты уверен, что ребенок твой? Да пошла ты. Что, не веришь? Вась, Вася, Вася, нет, пожалуйста, остановись. Вот увидишь, никто не узнает. Пожалуйста, разреши мне с тобой поехать. Прошу тебя, Вася, не делай ничего плохого. Вася, у нас столько долгов, что мне стыдно ходить по улице. Поедешь к моей сестре в Италию. Чего уставилась?